Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема с болтом. Сорвана резьба. Сорвана резьба не на болте, а вот именно вот на этом корпусе. И я не могу зажать на мопеде нормально свою выхлопную трубу. Она болтается. Какой он нашел выход? Значит, резать, тут нарезать резьбу бесполезно, бессмысленно. Это очень долго, неудобно. Какой выход я нашел? Я взял болт, купил каленый, купил гайку. Да, кстати, вот почему нужно покупать каленый болт, а не обычный? Потому что, когда мы ставим на радиатор, радиатор нагревается, естественно, нагреваются все металлические предметы, которые находятся в зоне этого радиатора. И если мы возьмем обычный болт, то этот болт быстро повредится. То есть болт должен быть каленый, он должен быть рассчитан на температурные колебания. Соединил. Видите, сюда вставляем гайку, я протянул болт, взял немного подлиннее и с этой стороны вставляю гайку. Болт должен быть небольшой, чтобы не задевать колесо, потому что мы в риске зоны колеса. Тут закручиваем гайку с этой стороны, так вот, и ключом затягиваем наш болт. Естественно, берем ключ. У меня ключ на 13. Берем также второй ключ, придерживаем здесь с этой стороны гайки. И вот зажимаем, стягиваем. То есть это оптимальный вариант. Не надо нарезать никакую резьбу, тратить куча времени. То есть стягивается легко и просто. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео было не полезным и не понравилось, дизлайк. Подписываемся на канал. Всего доброго. До новых встреч.